жарко. Солнце так сильно печет. Я устала. Пойдем домой. Нюша, если ты устала лежать и загорать, можешь поиграть в песок. Держи игрушки. Вот у меня есть формочки и грабелька с лопаткой. Нет, я устала. Совсем не хочу играть в песок. Ну тогда иди поплескайся в водичке. Нет, я устала. Не хочется играться и в водичке. Я хочу домой. Я соскучилась по своим игрушкам. Как там мои пони и куколки без меня? По игрушкам соскучилась? Подожди минутку. У меня есть одна идейка. Вот так мои колобки готовы. Теперь осталось надеть на них по красивой песочной формочке. Нюша, иди же быстрее сюда, у меня все готово. Ой, что это? Раскопай песок и узнаешь. Так, так, сейчас посмотрим. Что ты тут спрятала? Да это же киндер-сюрпризы. А тут еще один. И еще. Молодец, Нюша. Ты нашла 3 киндер-сюрприза, которые я спрятала от тебя в песке. Посмотрим, какие там игрушки. Ну что ж, давай откроем первое яичко и посмотрим, какая игрушка прячется там. Откроем пленочку. Ой, это какой-то веселый человечек. Мальчик с золотыми волосами. Собрать его было очень легко. А теперь посмотрим на вкладыш. Этого мальчика зовут Коди Симпсон. На обратной стороне вкладыша мы видим всю коллекцию этих человечков. Она называется Teen Idols. Посмотрите, как их много. Мне уже не терпится открыть второе яйцо и узнать, какая же игрушка прячется там. Открываем пленку. Ой, еще один человечек! Этот человечек темнокожий, и он из той же самой коллекции. А теперь давайте посмотрим на вкладыш и узнаем, как его зовут. Ага, этого человечка зовут Усейн Болт. Привет, Усейн Болт. И у нас осталось последнее, 3-е яйцо. Ой, оно раскололось. Интересно, что же нас ждет здесь? Неужели еще один человечек? Давайте быстрее откроем и узнаем. Нет, это вовсе не человечек, это что-то другое. Итак, друзья, я разобралась, что это такое. Это ворота Кристиано Роналдо. Но это не просто ворота, а это ворота в виде значка. Их можно цеплять на майку, а также открывать. И внутри прячется веселый штампик с его росписью. Ну вот, Нюша, сейчас-то тебе скучно точно не будет. У тебя появилось целых 3 новых игрушки. Ура! Теперь я смогу быть на пляже хоть до самого вечера. Пойдемте, мои хорошие. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео, и подписывайся на наш канал. Всем пока-пока!